Сказки народов мира. Сокровища грота Зильберштайн. Немецкие сказки. Волшебный Шварцвальд. Могучие горы, на склонах которых зеленеют леса, а у подножия несет свои воды величественная река Рейн. Но славятся те места не только чудесной красотой. Таинственный грот в скале Зильберштайн хранит главное сокровище Шварцвальда — удивительные истории. Войди туда и крикни «Зильберштайн!» Тотчас эхо отзовется волшебной сказкой. Не веришь? Зильберштайн! Колокола! Ну, что я вам говорил? Слушайте же. С давних времен бьются все мудрецы мира над загадкой. Как так вышло, что добрый город Шильду населяют сплошь одни чудаки? За что бы ни брались шильдбюргеры, все у них кувырком выходит. Из самого что ни на есть пустяка у них целая история получается. Жители прочих городов только головами качают, услыхав новости из города Шильды. До того чудные творятся дела. Однако шильдбюргеры не обижаются, что о них такая слава идет. Пусть, говорят они, все считают нас недотепами да простофилями. Нам это вовсе не мешает. По ночам спим крепко, аппетит не теряем, три раза в день сытно едим, как и все иные прочие. Охота им посмеяться над нами. Так на здоровье! Смех жизнь продлевает. Смех по-немецки «das Lachen». Немцы народ серьезный, но и они любят повеселиться. Поэтому часто говорят «Lachen ist die beste Medizin» – «Смех – лучшее лекарство». Праздник 1 апреля в Германии популярен так же, как и в других странах. Хоть немцы и говорят, что могут шутить в этот день над кем угодно, немецкая вежливость даже в такой ситуации берет свое. После шутки вас обязательно угостят чем-нибудь вкусным, чтобы убедиться, что розыгрыш не был обидным. Смех. Das Lachen. Взять вот хоть историю, как шильдбюргеры спасали свои колокола. Пошел в народе слух, будто война готовится, и нужно быть готовыми дать неприятелю отпор. Но на случай, если вдруг враг окажется сильнее, тоже подстраховаться неплохо, решили шильдбюргеры. Все самое ценное нужно спрятать, чтоб неприятелю не досталось. «Будь мы дурачками, — говорили они, — ни за что бы нам до этого не додуматься!» Над вопросом, что же считать самым ценным, тоже долго не раздумывали. «Небось, ежели враг сюда явится, первым делом кинется снимать колокола с нашей ратуши. С неприятеля станется переплавить чудесные колокола на новые пушки. Стало быть, нужно спрятать сокровище в надежном месте». «Так-то», — приговаривали жители Шильды, — «не такие уж мы простаки. Есть у нас кое-что в голове». Голова по-немецки «der Kopf». Про умного человека немцы говорят «ein kluger Kopf», что переводится как «умная голова». А вот про не самого смышленого человека скажут наоборот «dummkopf» – «глупая голова». Голова «der Kopf». Отправились они в ратушу, сняли колокола и стали решать, где самое надежное место. Одни говорят «в лесу хорошо бы спрятать». Другие спорят, мол, в горах, в пещере вернее будет. Однако члены городского совета в один голос заявили, что лучшим местом им представляется озеро. Сели трое самых сильных шильдбюргеров в лодку, погрузили колокола, да выплыли на середину озера. И только собрались скинуть первый колокол в воду, как один из парней остановил товарищей.
Верно, враг не отыщет на дне колоколов. Но нам-то, когда война кончится, не худо бы их найти. А как понять, где искать? Тут кругом вода. Вода по-немецки «das Wasser». В Германии около 700 рек. Самые крупные – Эльба и Вейза. Немцы очень бережно относятся к своим водным запасам, поэтому вода в реках и озерах Германии очень чистая. А в народе говорят «stille Wasser sind tief» – «тихие воды глубоки». Так говорят о спокойных людях, которые скрывают свои настоящие чувства. Вода – «das Wasser». «Всего-то и нужно, — рассмеялся другой, — оставить отметку, которая будет известна только нам. Тогда, как только неприятель уберется прочь, мы приплывем сюда и по отметке отыщем колокола». А третий, недолго думая, взял ножик, да сделал зарубку на борту лодки. «Вот отсюда и будем бросать колокола в воду», — заявил он. Сбросили шильдбюргеры свою ношу в указанном месте и, довольные, воротились на берег. Вскоре стало известно, что неприятель был разбит, не дойдя до славного города Шильды. Для шильдбюргеров война окончилась, так и не начавшись. А значит, можно было уже вернуть колокола на башню ратуши. Трое парней, которые прятали городское сокровище, сели в лодку и отправились на середину озера. Да только, как ни старались, не смогли они отыскать колоколов. И отметка, сделанная на борту лодки, почему-то совсем им не помогла. Повторяем, запоминаем. Сегодня мы узнали, как по-немецки звучат слова «смех» – «das Lachen», «голова» – «der Kopf», «вода» – «das Wasser». Сказки народов мира. Сокровища грота Зильберштайн. Немецкие сказки.